Сегодня на селекторном совещании, которое провел заместитель председателя правительства Виталий Мутко, обсуждали реализацию нацпроекта «Жилье и городская среда». На связь с вице-премьером вышел губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев. Регион – один из лидеров по объему ввода жилья в России. Одновременно с этим, как отметил вице-премьер, необходимо повышать доступность ипотеки для населения страны. Одна из главных целей – это, конечно, обеспечение не менее 5 миллионов наших семей жильем. Она складываться будет из разных факторов. Вот мы хотели бы сегодня с вами обсудить эту проблему. Надо отметить, что это показатель, который мы совместно с вами должны решать. Он стоит, скажем, не только задача перед губернаторами, но и под федеральными властями. Это такая общая наша задача, по которой мы должны вместе очень эффективно, совместно отработать. Говорили также и о переходе с июля на проектное финансирование жилищного строительства. Это позволит отказаться от привлечения денег граждан для возведения домов и использовать только банковские средства. Виталий Мутко затронул тему расселения людей из аварийного фонда. На Кубани до конца 2024 года новые квадратные метры должны предоставить почти 2,5 тысячам человек. На эти цели направят свыше 2,5 миллиардов рублей.